что от меня так отделаться не просто, да, я опять на сцене. Вот, спасибо и вам тоже, да. Я хочу сказать, что это прекрасное мероприятие состоялось не просто так, а благодаря усилиям Светланы Тумчаковской, пожалуйста, выразите ей свое почтение. Вы знаете, Африка, по-моему, не видела еще такого количества гостей, а это первый ее опыт в организации. Вот, и я бы хотела Светлану подарить всем подарки, я тоже хотела бы ей подарить маленький подарочек. Вот, очень символичный, не знаю, ты будешь открывать сейчас или потом, но спасибо тебе, Света, за то, что ты все это организовала, собрала всех людей, в общем, это здорово, правда. Да. Света как планета! Света как планета, да. Говорите, мне приятно. Да, собственно, стихотворение следующее посвящается тебе, потому что оно называется «Да будет свет». В общем, ну да будет свет в данном случае. Вот, но на самом деле очень много сегодня звучало песен и очень хорошие тексты, да, даже я бы сказала поэзия, потому что не всегда можно о песнях рассказать. Вот, все сегодняшние артисты пели песни на свои стихи, и стихи эти очень хорошие. Поэтому я хочу прочитать это стихотворение, посвятить его всем творческим людям. Да будет свет. Если знаешь свою дорогу, нужно просто по ней идти. Пусть не сразу, но понемногу просветлеет в конце пути. Если рядом с тобой люди, что поверили в трудный час, значит, в мире светлее будет этот свет в каждом из вас. Если чувствуешь эту силу, отдавай, сил прибудет вновь. Как бы больно судьба ни била, есть спасение одно — любовь. Этот путь со времен атлантов, и его надежнее нет. Быть поэтом и музыкантом — это значит нести свой свет. Пойми, препятствий в жизни нет, да будет свет. Художник ты или поэт, да будет свет. Темно вокруг, как войны бед, да будет свет, да будет свет, да будет свет.